Ребята, вы просто недостаточно сосредоточились на защите. Вы не выкладываетесь. Футбол — это мужская игра. Нельзя беспокоиться обо всех синяках, которые вы можете заработать. Что с ним случилось? У него собака умерла. В четверг мы будем тренироваться по защите, и я хочу, чтобы вы все изучили серию номер 75 и голевую линию обороны, которую я вам набросал, хорошо? Хорошо. Сегодня отец Дага, Большой Даг, расскажет нам о службе охраны. Ну, служба охраны — это подразделение государственной казначейской службы. Наша самая важная работа — защита президента и его семьи, будущего президента, если такой есть, и вице-президента, если он нас об этом попросит. У тебя есть вопрос? Да, можно нам посмотреть на ваше оружие, пожалуйста? Конечно. Конечно, вы можете рассмотреть мое оружие. Наша вторая по важности задача — это обнаружение и задержание фальшивомонетчиков. И, ну, хватит баловаться. Итак, как я говорил... Раз уж я показываю вам свою амуницию, давайте я покажу вам, как работает это. Мистер Супи, вы мне не поможете? Идите сюда. Вот так и работают наручники. А, да, конечно. Черт, должно быть, я оставил ключи на работе.